seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team done. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Seconds remaining. Quick. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Witch doctor. Radiant team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team, back. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team pick. Lena. Radiant team.
seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Templar Assassin. Ну что, подключаемся к трансляции. Немножко мы не то чтобы пропустили, но пропустили пики. Вы их видели сами. По пикам, в принципе, все понятно. Я тут, в общем-то, и угадывал. У нас небольшие траблы были с микрофоном, но, поверьте мне, угадал я процентов 60 из того, что можно было пикнуть. Короче говоря, мой момент триумфа был испорчен нестабильно работающим микрофоном. Но теперь все вопросы решены и переходим непосредственно к матчу. Команда гол у нас имеет в пике Ember Spirit, имеет Рубика, есть Ancient Operation, есть Axe и есть Templar Assassin. Со стороны команды Virtus.pro, Vengeful Spirit, Juggernaut, Lina, Clock и Witch Doctor. По персонажам, по игрокам, кто на ком отыгрывает. Давайте начнем с Virtus.pro. Как раз БЗЗ у нас отвалился, который на Джаггере будет отыгрывать. Гот играет у нас на Лине, Седой на Клоке. Йол играет на Witch Doctor и Жотм играет на Vengeful Spirit. Со стороны гол играет у нас Ember Spirit на M4M, Рубик на Моменте, Зероджи играет на Ancient Operation, Кевка Акс и Эскил играет на Templar Assassin. Ну что, отпал у нас БЗЗ. Давайте сразу же пройдемся по нашим предположениям, кто куда вообще будет отправляться. Лина, скорее всего, будет в мид, как я понимаю. Лина у нас от года, если не ошибаюсь. Так и есть, Лина у нас от года, скорее всего, в мид отправится он. БЗЗ, скорее всего, уйдет в легкую вместе с Vengeful Spirit и Witch Doctor. Это все понятно, через Blade Fury можно разбирать все, что угодно. Blade Fury уже вкачан,
у БЗЗ, БЗЗ возвращается в игру и паузу отжали. Команды разбежались по рунам, и руна нижняя отойдет. Гол, а ВП заберет руну на топе. Собственно, тут думать по большому счету нечего. Команды друг друга не видят и мешать, соответственно, не будут. Ну все, в принципе, по рунам разобрались. Смотрим, кто куда отходит и кто на какие лайны планирует стать. Кевка на Аксе пойдет в сложную, это скорее всего. В принципе, Акс на сложной наиболее разумный вариант. Но Акс, мы видим, на сложную у нас решил не отправляться. Неужели он уходит в лес? Куда у нас денется Кевка, мы узнаем немножко позже. Давайте глянем, что у нас здесь по лайнам легким. МФЛМ у нас на Эмбер Спирите будет фармить. Зараджи его саппортит на Эншет Оперейшене. И на Рубике Амамент здесь тоже вместе с Эмбер Спиритом. А Кевка решает не идти на лайн. Здесь голая трипла для команды Virtus.pro. И вот эти персонажи в скором времени должны понять, что никто на лайн не придет. И лучше бы им по-хорошему отсюда уходить. Где-то в другом месте красть экспу и организовывать файты. Все еще стоит здесь Йолу. Он глазам своим не может поверить, что линию отдали. Как так можно, о боже. Тем временем Джаггер нарезает крипов и делает это пока что нормально. 2 на 2 у него крипстат. Ну, в принципе, здесь лайн будет держаться на одном месте. В том, что БЗЗ может фармить по всем гайдам и мануалам. Ни у кого, я думаю, сомнений нету. Этот парень сам, по-моему, пишет гайды и мануалы. А БЗЗ здесь, в принципе, остается в абсолютно комфортной ситуации. На миде у нас Лина от Года пока что на первом месте по фарму. У нее, у Года никогда проблем с фармом не было. И, я думаю, не будет против ТА. По крайней мере, не должны быть. А и скилл здесь немножко терпит. Все, в принципе, упирается в рейндж его атаки. Рейндж атаки никчемный на ранних левелах у Templar Assassin. Мы это знаем. Ну, через Psi Blades что-то там пробустится. Но тоже не таким образом, чтобы доставать Лину прямой атакой. Так, Акс у нас очень сильно просел. Но Акс у нас просел в лесу. Это его дело. Где у нас курьер погибает? Курьер у нас пустой уже погибает от команды. От команды Game Online. И делает килл на курьере Жотм. Жотм зашел в спину на мидлейне и разобрал курицу. На куски отправил ее в таверну хилиться. Молодец. Молодец Жотм. В принципе, оставил без ботла, я так понимаю. Нет, курица была уже пустая. Ботла прилетела к темпларке. Так что особенно навредить он не смог, разве что помочь своей команде бустануть по голде. БЗЗ здесь на лайне абсолютно комфортно себя чувствует. Йол на крипах, причем на вторых крипов вводит у нас. На вторых нейтралов вводит крипов. Тоже нормально себе фармит. У Йола по голде ситуация, ну, не самая худшая, давайте так скажем. Что по фарму вообще по лайнам? 15 на 5 у нас у БЗЗ, та же история с Годом. МФЛМ у нас на нижнем лайне тоже, в принципе, уверенно фармит 12 на 5. В своей команде он первый, Акс 11 лесных крипов имеет. И у ТА, так, у ТА у нас просто выход или разминает его Год. Год решил просто настрелять у нас по ТА, сбить ей рефрекшн. Ну, у него это получается. Клок тем временем с Эмбер Спиритом внизу таким образом бодается, что в первый фраг отходит Седому. Седой забирает первый фраг, что у нас Эмбер Спирит погибает. Так, а кто у нас еще погибал и почему счет 2-0? Непонятно. Возможно, я что-то пропустил. 2-0 счет на данный момент, и Седой забирает фраг. Так, Жотм здесь, я так понимаю, вардит-девардит. У него есть центрик один. Где еще один центрик? Центрик пока что не вижу где. Так, ТА у нас очень сильно проседает по ХП. Год гоняет ее невероятно мощно по карте. ТА, бедняга, очень натерпелась. По крипстату у нее не лучший показатель. 14 на 3. У Года 20 на 5. В принципе, пока что мид выигрывается. И выигрывается вполне уверенно. Это при том, что ТА вынуждена еще бегать за рунами. Как-то их контролить, отхиливаться, восстанавливать ману. Ну и все, что вообще только можно восстановить. А Год спокойненько себе идет на верхнюю руну. Забирает ДД и будет продолжать наваливать темплар по спине. У БЗЗ проблем никаких не предвидится. У БЗЗ все хорошо. У него пустой лайн. 30 на 10 крипстат. БЗЗ чувствует себя отлично. Не знаю, верно ли поступила команда Game Online, что отдала голый мид от Джаггернауту. Ранние артефакты от Джаггера. Тут, я думаю, можно идти будет в Аганим. Мидас вообще ни к чему. Что у него появляется? У него появляется
Артефакты на Ring of Aquila. Ну, Джаггер будет, я так понимаю, классический. Вскоре увидим барабаны, возможно. А возможно будет Мом и... Ну, фазы уже имеется, так что, скорее всего, будет Мом, а там уже Скади, да и прочая ерунда. Вот такой у нас Джаггер. Ну что, кто у нас решил прилететь? У нас решил прилететь Рубик. Это, наверное, последний полет Рубика в ближайшие несколько минут. Если Джаггер его зацепит, а Джаггер может его зацепить через Блейд Фьюри, то Рубик всю эту ерунду не вывезет. 560 у него всего-то по ХП. У Джаггера, в принципе, с руки уже неплохо наваливает, да и Блейд Фьюри валит более-менее серьезно. БЗЗ имеет 36 на 11 крипстат. У него Омнислэш пошел к Тауру, чекнул, есть ли здесь Рубик. В принципе, сразу с Омнислэшем мог бы влететь. Если успеем, переключимся на Рубика, до которого доберется Джаггер. Но если вдруг не успеем, и мы увидим фраг, сделанный на Рубике, знайте, это БЗЗ с Омнислэша его разобрал. У Эмбер Спирита уже 5 левел имеется. У Седова на данный момент 4 левел. По крипстату у Седова беда. 7 на 0. Крипстат, ну, никто не дает ему фармить. Здесь аппарат бьет его. И здесь Эмбер Спирит тоже с руки бьет неплохо. Что у нас у Эмфолем? Чины в 2 и, в принципе, Флеймгуард в 3. В общем-то, стандартная раскачка. Год с руки уже очень серьезно наваливает. ТА здесь без маны практически на рефракшн. Надо будет отпиваться. Год пошел еще одну руну заюзать. Нет, не заюзал Год у нас руну. Крадет ее Рубик. Так вот, зачем Рубик нужен был все-таки на этом лайне, теперь становится понятно. Рубик 3-го левела. Насобирал немножко себе экспы. Нормально фармит. Курьер у команды Game of Line восстановился. Давайте глянем на нашего отшельника Акса, что он там в лесу делает. 5-го левела. Акс 6-й вот берет. И можно будет, в принципе, уже будет выходить на лайны. Да, Квиллин Блейд прокачал, есть у него Транквилы, имеется 800 по голде, есть шанс на относительно ранний даггер. Не такой ранний, как на голом лайне, который имеет БЗЗ. Понятное дело, что Акс бы побыстрее немножко выфармил свои артефакты, но с другой стороны подходить сюда в сложную и постоянно получать от Йола и от БЗЗ по спине вряд ли помогло бы Аксу. Быстрее насобирать даггер. У Templar Assassin тем временем появляются фейзы. Так, фейзы имеются, 300 по голде имеется, ботл имеется. Пока что можно стоять. Что у нас у Года? У Года есть фейзы, есть батла и еще и куча стаков, которые здесь ему сделал, как я понимаю, Жотм. Спасибо ему за это. И, скорее всего, здесь еще денежек неплохо так насобирает у нас Год. Разбирает крипов. Я думаю, где-то порядка 1000 голды он получит. Еще один тролль, ну уже 1100 у нас у Лины. Лина 1200 голды отсюда вывозит. И еще один дабл стак от... Дабл или даже трипл? Да, это дабл стак от Жотма. Все в подарок Году. Это я тебе, говорит, даю сейчас, но это как бы на день рождения. Год, в принципе, ранее артефакты свои вывести должен. Что это будет, увидим. Ну, я, разумеется, за даггер, за масс экшен. Седой... С крипами здесь стоит. Ну, я понимаю, через коги отправил сюда крипов. Крипы здесь просто в панике, не могут понять, что происходит. Ну, встаньте, отдохните немножко. Стоят крипы в лесу и не собираются отсюда выходить. Ну, ладно, посмотрим. У Кевки 1000 по голде. Пока что Аганимом не пахнет. Еще до Аганима 1200 необходимо. Жжет 500 имеет. У него есть смог на случай какого-то вылазки. Какого-то ганка. Что у нас у ТА после фазов? У ТА после фазов 600 голды. Батла есть, брасер есть. Я так понимаю, это будет выход в барабаны. У Седова крипы вернулись. Как так-то? Что случилось? А, я понял. Это предыдущие крипы позвали и... Предыдущие крипы моб собирали в футбол поиграть и забрали тех крипов, чтобы было четное количество. Ну ничего, поставили здесь немножко крипы, теперь пойдут даблстаком бить лица. Хотя, в принципе, понятно, что для Эмбер Спирита с максимум флеймгуард это только подарок. Много здесь должен Эмбер вынести. 1100 у него сейчас, и после этой пачки порядка 1400 должно быть. 1350 примерно на руках. Так, у нас выход здесь в смоке. На кого будут выходить? Будут выходить на S-Kill, который здесь на топе. Есть ли Vision? Если Vision, скорее всего, есть, потому что пошли каски. S-Kill у нас стоит
В Invisino долго он так не простоит. БЗЗ с руки его разбирает. И плюс отличная зацепка была от Вич-доктора. Ну, вчетвером разобрали, поделили на четверых этот фраг. Понемножку все заработали. А больше всех заработал БЗЗ. Как будто ему мало было. БЗЗ 300 по голде забирает. Счет у него становится 1-0-0. 72 крипа имеется у него. И у года 83. Ну, команда Virtus.pro фармит лучше. И сейчас мы увидим, насколько. Она фармит лучше на 3000 по голде. И по XP тоже порядка 1000 с копейками выигрывает. Опять же, упал у нас Tower, как видим, на топ-лайне команды Game Online. А у команды Virtus.pro все товара стоят. И, по-моему, стоят они практически нетронутыми. Мид вообще фуловый. И топ тоже фуловый. Но было бы странно, если бы БЗЗ еще и крипам товара свои отдавал. Кевка у нас здесь в деревьях застряла. И, скорее всего, отсюда уже не уходит. Есть Лагуна Блейд и от Лины. И год забирает этот фраг. Сразу же отсюда ТП-аут. Ну, правильно, нашкодничал и валить чужого леса. Акс у нас мертвый. Отправляется на базу. И с него 428 поймила команда Virtus.pro. БЗЗ в соло решил запилить Рошана. Здесь есть, если что, на подсейв жотм. Ульта от аппарата залетает туда. БЗЗ очень неприятно. Эмбер Спирит влетает также здесь. Привязка пошла. Омни слэш проюзал у нас БЗЗ, но это его не спасает. На лоу хп старается уйти Эмбер Спирит. Эмбер Спирит отсюда уйдет, а вот БЗЗ отправили на базу. По итогу этого файта ТА еще у нас погибла. Где она погибла? Она погибла здесь. Ну, интереснее было наблюдать за противостоянием Джаггернаута против Эмбер Спирита. И, внимание, что у нас украл Рубик? Рубик у нас украл Death Ward. Можно будет, в принципе, какую-то дисбалансную драку организовать. Телекинез, Фейтболт и Дезвард. Это я вам хочу сказать. Короче говоря, первый коронный, второй похоронный. Все в порядке. У Рубика теперь по набору скиллов одно из лучших, что мог он украсть. Ну и на втором, третьем месте Лина и Омнислэша Джаггера. Джаггер покупает мом, также у него есть Blade of Alacrity. После смерти дела не особенно ухудшились у него по нетворсу. Давайте глянем, что там. Там 5800 у него общая стоимость и 4700 от у Эмбер Спирита. Эмбер в этой драке, по-моему, не умирал, да? 1-1-0 у Эмбера. Может, и умирал. У меня немножко слабая оперативная память. А вот, не помню, я умирал у нас Эмбер или нет. Но, тем не менее, счет у Эмбера 1-1-0. По крипстату тоже он неплохо себя чувствует, занимает первую позицию в своей команде. Что здесь за туса в лесу? Почему меня на нее не позвали? Год уже имеет Юл. Есть у него 1000 по голде, а у Акса тем временем появляется Даггер. Даггер вывозится на 13-й минуте, немножко позже, чем того хотелось бы команде Game Online. Но Акс умирал немножко реже, чем мог бы умирать на лайне против БЗЗ и Йола. Йол у нас на миде, здесь же Жотм, здесь же БЗЗ, здесь же Седой. И где у нас Год? Год у нас ушел хилиться на базу. Я так понимаю, будет выход в Т1. Т1 очень серьезно бит. Темплар Ассасин здесь особенно мощи какой-то защитной не имеет. Понятно, что ее разберут моментально, как только увидят на карте, как только она будет в какой-то близости с игроками команды Virtus.pro. А БЗЗ, в принципе, чувствует себя уже распрекрасно. По дамагу БЗЗ 100... Практически 140 с руки. Все это под момом, все это под яжей. Смоук юзает команда Virtus.pro. И все-таки решил доковырять Рошана. У нас Джаггер. Хилинг Вард, в принципе, в 3 вкачан. Рошан проблему не составляет. Подсветил его Ancient Operation. Будет ли ульта? Ульта уже залетает Джаггера. Не попадает по Джаггеру. Агрит его кевка. Пошел здесь от Рубика Death Ward. Вот о чем я вам и говорил. Рубик разобрал моментально Джаггернаута. Эскейл пошел Йолу наваливать по хребту нереально круто. Фисты от МФО М4 ЛМ тоже, в принципе, продамажили серьезно Йола. Йол идет хилиться, но Йол пока что очень сильно проседает по ХП. Поймали у нас Эмбер Спирит, а Эмбер Спирит на ремнант уходит на хайграунд. И, в принципе, только Акс со стороны Game Online погиб. А со стороны команды ВП Джаггернаут только у нас отправился на базу. Что здесь? Wave of Terror от Рубика. Краденый. И Вич-доктор ТА также нас добивает. Йол зарабатывает на нем достаточно много денег. 360 по голде. И по XP тоже неплохо поднимается Йол. Как для саппорта, самое оно. Ну, теперь есть смысл, пока нет ТА, выходить в мид. Но здесь уже большая толпа от команды Game Online. Так что драться
так легко не получится. Опять же, ВП, я смотрю, всей движухой отправляются на базу. Ну, маны нет у Йола вообще, ХП тоже. Кот наплакал, год без маны, но году пока что плевать. На ману у него 2200 есть на руках, я так понимаю, на дагер собирает у нас год, а потом уже будут хиксы и прочая ерундистика. Выход на МФЛМа в топ. Поднимает его год, будет ли стан. Ну, стан будет, но одну кнопку прокликать Эмберу, это не попасть станом на лине. Мы сами знаем, ну, кто играл, знает, что не самый удобный стан у этой подруги. Хоть и крутой, хоть и она крутая. Тем не менее, стан не точечный, стан, в принципе, по локации, поэтому не всегда можно попасть. Тем более в такого скользкого персонажа, как Эмбер Спирит. Что у нас у Эмбера вообще имеется по артефактам? Мы уже осветили артефакты Джаггера и Года на лине и смотрим, что у нас у Эмбера. У Эмбера у нас барабаны, у нас у Эмбера есть фазы, грейженный стик, щиток, банка и 1150. БЗЗ выходит у нас на Эмбер Спирита, пошли каски, фисты неплохие от Эмбер Спирита. Эмбер Спирит сразу же на ремнант, и это понятно, потому что умни слэшем здесь бы Эмбера вообще даже не стали слушать, моментально отправили бы на базу. 2-7 счет на данный момент, давайте глянем графики. Графики нам говорят о том, что ВП фармит на 5000 лучше, чем команда Game Online, и по XP тоже они поопытнее будут. Ну, разумеется, в игровом смысле, хотя и по скиллу своему, конечно, ВП гораздо опытнее, чем Game Online. Эмбер Спирит у нас баунти забирает. И реген забирает год. Так, в кевку врывается у нас седой. С десварда очень жестко по кевке наваливают. Кевка догорает от урны. Кто урну на него бросил? Веде на него урну и бросил. Веде зарабатывает этот фраг. У Йола еще немножко денежек зарабатывается. 2-0-3 счет у него. И для саппорта это более чем круто. У БЗЗ имеется 1300 уже на руках. Сейчас еще и Эгис будет. Я так понимаю, БЗЗ пойдет в Аганим. Ну, было бы разумно пойти в Аганим, а в принципе можно и как-то побыковать, собрать Скади или тот же Дагер. Тоже не будет лишним врываться моментально, раскастовываться в Эмбер Спирита, да или просто ловить этого чувака. Было бы неплохо. Так, у Эмберс, у БЗЗ появляется Митрил Хаммер, и это будет выход. Да это будет выход вообще не пойми во что. Возможно, это будет выход в БКБ, а возможно, это будет выход в Мейлстром. Ну и дальнейший переход в Мьёлнир. Глянем, что БЗЗ будет покупать следующим артефактом. В принципе, деньги на перчатку уже имеются, но БЗЗ ее не покупает. Значит, скорее всего, это будет БКБ. Здесь очень сильно надамаженный Эмбер Спирит. Сюда направились год и седой, я так понимаю, дефать свой тавр. И что у нас по тавру? В итоге тавр команды Virtus.pro просел гораздо сильнее, чем аналогичный со стороны Game Online. Ну, ВП пока что мало экшена организовывают. У Лины все-таки появляется Dagger. Год у нас мобильный, стильный, молодой, стильный, мобильный. Короче говоря, крутой у нас год. Будет врываться куда угодно, поднимать ветра, выключать станы. Лагуна Блейд. Ждем появления Аганима. Аганим уже бьет в БКБ и уже давненько бьет, для всех, кто забыл. Году вообще плевать, он просто пошел в чужой лес, и он будет разбираться с ребятами сразу же на подходе к баракам. Просто следим за годом. Что вообще творится? Так, поднимает он у нас Рубика. Скорее всего, Рубик отсюда уже никуда не уходит. Даже Лагуну Блейд не потребовалось использовать году. Кевка наваливает по руке. По горбу неплохо. Году. Год у нас отъезжает в таверну. Слэмданк по голове и Жотма поджигают. Жотма отсюда убегает. Правильно делает, нечего вообще здесь драться. 385 по голде в итоге Game Online поднимаются. И по XP тоже 900 зарабатывает. Ну и 700 по XP зарабатывает у нас Лина. Правда, Лина в таверне. Счет становится 3-9. 3-9, 7500 по голде и 4000 по XP. Ну, в этом файте нормально так насобирала Game Online опыта. Что по командным артефактом. Давайте посмотрим. Здесь никакой командой не пахнет. Здесь тоже не до команды. У Лины разве что какой-то Еул, если вдруг что подсейвить своих тиммейтов, поднять вражеских в воздух. Здесь тоже индивидуальные артефакты Blade Mail. Мекки не существует. Мека, видимо, вообще никак не интересует ВП. А что у нас у команды Game Online? Здесь тоже, в принципе, никакой меки нет. Так, ульта у нас в БЗЗ влетает. БЗЗ под момом. Мом уже заканчивает свое действие. БЗЗ нормально так терпит. Здесь, в принципе, будет Йол, чтобы подхилить у Йола Вуду
вкачан в 3. А момент здесь не уходит 100%. Крадет Коги, ставит Коги поверх Когов. Как это удивительно не звучит. БЗЗ юзает Хелингвард, и Тауэр, скорее всего, будет падать. Ну, по большому счету, команда Game Online ничего такому количеству игроков ВП противопоставить не может. Акс сюда влетает, Акс умирает. ТА сюда влетает, ТА тоже отъезжает у нас на базу. Эмбер Спирит разве что сдалека фистом что-то может попытаться сделать. Поймали у нас Ветра. А, это Год сам себя поймал Ветра. Видимо, привязал его Эмбер Спирит. Да, привязка была проюзана. Так, Кевка вылетает сразу в одного. Как это удивительно не звучит. Отличная ульта от Йола. Йол Кевку вообще вертел, не хочет он даже с ним разговаривать. Седой у нас в Когах был своих, в Когах чужих. Уходит из Когов и погибает у нас также Рубик. 2 в 0 размен в пользу команды Virtus.pro. Год у нас сильно битый, но в принципе хилить есть чем. Еще один заряд в урне и здесь есть Вуду. На секундочку от Йола. Будет заход на хайграунд, скорее всего. Тут в принципе можно крипов снести одним Драгонслейвом. Ульта от аппарата по 3 попадает. Да, Седой... Нет, Седой не под ультой и Лина не под ультой. Как так получилось и почему один БЗЗ попал в ульту, мне непонятно. У меня, в принципе, на экране было видно, что сразу 4-3 игрока должны были в ульту аппарата влететь. Ну что, Год отправляется на топ фармить. У него 1700 на руках. Огр Клаб имеется, это будет выход в БКБ. Что у нас у БЗЗ? У БЗЗ есть уже БКБ, есть 1500 сверху. У Клока... Появляется Блейдмейл, имеется Staff of Wizardry, готовится выход Force Staff, остается 1000 еще до него. У Йола практически собранный Аганим, до Аганима тоже меньше 1000 остается. Со стороны команды Game Online, у Ember Spirit один несчастный клеймор после барабанов. 2300 на руках, это еще порядка 1000 до Battle Fury у Рубика. Так, у нас драка на топе. Ловит у нас ульту аппарата Седой, но пока что не проседает по хп. Эскил наваливает в Блейд Мейл, и это может быть ошибкой. Кевка не может разультиться. Здесь прекрасный вард вообще от Йола. И просто Кевка на куски разваливается под вардом. Вот вам и черт возьми саппорт. Йол прекрасный вард поставил. Дезвард развалил Акса моментально. И если бы здесь еще была Темпларка, еще и ей бы настрелял неплохо. Йол должен получить... Как минимум MVP этого матча. Пока у нас пауза, глянем, что по голде. На 840 подскочил у нас Йол. Сколько он дамаги внес? Давайте посмотрим. Дамаги он внес... А что это такое? Неужели он столько дамаги смог внести в Акса? Я думаю, гораздо больше. Здесь у нас 1880 от Клокверка. И это та дамага, которую сами себе наносили Акс и Templar Assassin в Blade Mail. Вовремя отдумалась там, но, в принципе... Уже было поздновато, честно говоря, потому что смогли ее добить. Отжимают у нас паузу. Что такое? Что-то, видимо, с интернетом. Смотрим. Глянем на артефакты команды Game Online. У ТА имеются фазы, имеется Яша, есть Брасер. Никакие барабаны, которые мне померещили, здесь не будут. У Акса есть став, есть Ring of Regen. Остается немного до форстафа. У аппарата Мидас. И постепенно будет выход в Аганим. Остается еще 2500. У Рубика арканы на земле. И 1400 на руках. У Эмбер Спирита появляется, как я понимаю, персик. Да, персик появляется. И до Бродсворда остается всего лишь 200 монет. Ну, Бродсворд на Эмбере на 24 минуте. Это, по-моему, поздновато. Но опять же, посмотрите на счет, посмотрите на перефарм команды Virtus.pro. Где бедняги Эмберу фармить, мне было непонятно. По крипстату Эмбер на 3-м месте, и всю игру он там находится. Я так понимаю, никуда оттуда не будет пока что, хотя как минимум ближайшие 5-10 минут отправляться. Лина, понятное дело, просядет по крипстату, это ясное дело. Ее дело будет драться, поднимать воздух, ультить и повторять. У Джаггера, конечно, фарм падать не должен. Джаггер будет продолжать набирать обороты. У БЗЗ 2200 уже имеется на руках. Будет ли это Скади, мы увидим совсем через немного. Пока что не покупает он Ultimate. Есть надежда на какой-то другой артефакт. Скади тоже интересный, но Скади какой-то слишком базовый в последнее время артефакт для Джаггернаута. Вообще, Мом этот вошел в тренд, и с Момом, как его не
осуждают, не критикуют и игроки комьюнити, да и вообще русскоязычные комментаторы. Мом, конечно, экшена наводит. Когда на тебя бежит Джаггернаут с включенным момом, я так понимаю, немножко сзади начинает припекать и случается небольшая паника. Но у меня так точно. Так, у Рубика 2000 есть. Я так понимаю, выходит у нас Амамент в Даггер. И это тоже будет интересно, но, конечно, не так быстро, как Лина. У Лины уже практически собранный Аганим. Год просто чудовищно фармит. Что у него по фарму? По фарму у него вторая позиция. Ну, в принципе, как по крипстату, так и по фарму. На третье. Вот так, ульта аппарата пошла у нас на мид. Будет ли какое-то продолжение? Продолжение вы увидите, я думаю, через 10-15 минут. Game Online отбрасывается ультами аппарата и дальше ничего не делают. Но, с другой стороны, что им делать? Влетать и умирать, и смотреть, как падают твои бараки, а потом трон? Ну, понятное дело, проседают они очень сильно по фарму. Соответственно, это и в артефактах чувствуется. Ну, просто посмотрим на года. У года уже практически собранный Аганим, Еул, Даггер. Здесь ботл, здесь фазы. И здесь, допустим, эскил. Здесь Яша, фазы, ботл, ну и все. Два серьезных артефакта, такие как Даггер и Еул. Ну, полусерьезные, если можно так назвать. Так, Лина у нас тем временем Эмбер Спирита разваливает. Неужели она это делает соло? Нет, соло она это не делает. Делается это с Седым. Вместе на двоих разобрали Эмбер Спирита. Ну, понятно, лагуну заюзала. Это заюзала. Даже название не буду произносить долго. Минутно. Еще один хукшот у нас от Седова. Седой с Аганимом, как я понимаю, да? Нет, Седой без Аганима. Седой просто ходит и валит по всей карте. Еще один фраг для команды ВП. И, я так понимаю, готовится выход на Т2. Самое время команде Game Online удачно подраться. Потому что еще одна неудачная драка или еще один развал по товарам, и можно будет писать GG. 25 минут, в принципе, достаточно. Ульта аппарата еще одна, но опять же, ульта аппарата влетает, а больше никто не влетает. У Акса есть Даггер, но Акс не хочет врываться сюда. Он уже ворвался несколько раз. Получает просто дезвард от Джотма, и что ему, от Йола, точнее, что ему, собственно, остается делать, кроме как умирать. Джотм у нас здесь тоже, в принципе, не последнюю роль играет. У Жотма 8 ассистов. Кстати, по КДА у Жотма интересная ситуация. 0 убийств, 0 смертей. Самый сейвовый парень, но, в принципе, и фраги не крадет, но при этом еще и не умирает. 8 ассистов — это уже хорошо. Здесь есть Staff of Wizardry, тоже будет Force Staff, как я понимаю, фармиться. Ну, просто без сопротивления команды Game Online. Команда Virtus.pro без сопротивления со стороны Game Online забирает таура. Один таур, второй, третий, линия Т2 упала. Game Online рассчитывает, видимо, на какую-то серьезную лейт-игру. Ну, какой это лейт? Это лейт против Джаггера или лейт против Лины, которая просто не позволит вам вообще за 35-ю минуту перейти, потому что уже с руки валит как дурная. Одним Аганим скепетром и 16-м левелом убирает из драки так вообще кого угодно, если ТА без рефракшена. А при таком количестве атаки и таком напоре со стороны ВП она вообще будет без рефракшена в 90% драки. Собственно, у нас ТА не вывозит, я так понимаю, ульту и вообще рассказ. Так что у нас здесь, куда у нас летает Эмбер Спирит? Эмбер Спирит у нас отправляется в кусты. Молодец, у него есть Battle Fury. Есть уже 1400 на руках. Скорее всего, будет еще один Battle Fury. Хотя, может быть... Ну, не может быть. По логике вещей надо идти в криты. Возможно, прокнет. Потому что с Battle Fury вторым ни черта тебе не прокнет. И ты, скорее всего, пойдешь на вторую катку с одним потерянным поинтом за матч. М4 Лем... Понятно, что не вывез то, что необходимо на 27-й минуте. Один Battle Fury — это мало. 1-2-0 счет у него. В драках не участвовал, но умирал, тем не менее, два раза на карте. Рошан падает. Рошана забирает у нас год. Все для года. Врыв у нас под Т1 на миде. Да, они не только чужие товара забирают. ВП еще забирают свои товара. Чтобы сопернику вообще ни хренищенько не досталось. Лина имеет 2200 еще на руках. Год фармит просто феноменально. У БЗЗ что у нас? У БЗЗ есть Point Booster, есть 655, и курица несет ему Ultimate Orb. Вместе с 2 Ultimate Orb, вместе с Orb of Venom. Вот вам, собственно, и Скади, который
стал мейнстримом на Джаггернауте. Но с другой стороны, мейнстрим не самый простой, ты попробуй еще собери этот скади. Я сколько в пабах не играю, пытаюсь собрать скади, игра заканчивается на 10 минут раньше, чем я способен собрать этот артефакт. Выход у нас готовится на топ-лайн. Год с руки просто как шальной бьет. Что это? Сделайте меня разведить это. Что вообще происходит с Годом? У него скорость атаки... Сейчас посмотрим, сколько у него скорость атаки после раскаста. Скорость атаки 0.52 в секунду. Два удара в секунду. Два удара в секунду по 180. А это означает, что где-то 300 залетает в секунду от одной Лины. Лины, которая, в принципе, должна быть саппортом, но у нас она роль занимает мид игрока. Кевка хотел заивейдить каким-то образом форстафом ульту Джаггера. У него это не получается. Джаггер забирает у нас Акса. Акс отправляется в таверну. Ну что, все фуловые, да, в принципе. Ульта залетела в никуда. Аппарат у нас опять оказался беззубым. Подрубает у нас Вуду Йол. Можно, в принципе, драться. Фисты толком не дамажат. Фисты могут еще и быть последним. Что вообще здесь заюзает у нас Эмбер Спирит? Падает барак. Стоит Хилинг Вард. Ни у кого проблем по ХП нет. Акс выкупается. Будет ли врыв от Акса? Ждем. Акс у нас готов. Кевка врывается. На одного БЗЗ на себя стягивает. Сразу же под сейв. Одного, точнее, Жотман на себя стянул. Под сейв был от Года. Дезвард наваливает по Темплар Ассасин. Она отправляется в базу. Мертвый аппарат. Но аппарат мертвый у нас всю игру. Так, Седой у нас погибает здесь. Седой от Рубика, я так понимаю, да? Отваливается от Рубика Седой. Год жив. В принципе, 4 игрока команды ВП живы. Кое-как их хилит Йол на Вич-Докторе. Ну что, надо отступать, потому что валят нереально серьезно. Что у нас у Эмбер Спирита? Ничего, 1900 на руках. Так, Год у нас попытается еще как-то подсейвить свою команду. Через блинк уходит отсюда. Жотма отсюда, скорее всего, не отпускают. Темпларка забирает у нас Жотма, забирает Йола. Скорее всего, Йол тоже погибает. Почему пошли за Годом? А потому что Год немножко послаще будет цель, чем Йол. Поднимает у нас вверх Года. Год еще успевает перед смертью Рубика развалить. Это только Аганим. С Новым Годом, ребята. Год встает с фулл маной, с фулл ХП. И я так понимаю, команда Гол отправляется в таверну. Ничего подобного. Разобрали Гола. Кевка очень удачно заюзала агр. Разобрали на куски Года. Разобрали четверых игроков команды ВП. И последний Йол. Но Йол последний только ненадолго. Через 5 секунд Йол у нас отправился на базу. Что по итогу, по файт-рекапу? 12 тысяч экспы зарабатывает команда Game Online. 3200 они зарабатывают при наличии двух выкупов, а это дохрена денег на секундочку. И тем не менее 3200 в плюс они выходят, и минус 250 у нас ВП. При трех фрагах они еще и 250 по золоту потеряли. Урона нанесли кучу, здесь все есть, здесь кому интересно, посмотрите вот, разберетесь что да как, кто что заюзал. Ну что, немножечко накомбэчили. Команда Game Online, 15 тысяч, даже больше 17 было, и до 13 спускается у нас преимущество по голде, по XP всего на 8 тысяч впереди команда Virtus.pro. Это Ember Spirit, у которого 3600 на руках, и игра становится более-менее интересной. Это не разнос, не игра в одну калитку, это уже приятно комментировать, приятно наблюдать. По артефактам тоже должны немножечко подняться игроки Game Online. У М4 Лем 3600 на руках. Это значит, что мы увидим скоро Дейдалус, как я понимаю. Или опять же это будет Battle Fury. Ну, наверное, нужен Дейдалус. Еще один... Тут ставку нужно поставить на криты. Если еще один удачный такой файт, то можно будет уже бороться. Не будешь ты это делать. Эмбер Спирит, ты это делать не будешь. А вот с Кевкой можно это делать. Привязка у нас пошла по БЗЗ. БЗЗ не выживает, скорее всего, в этом файте. Да, Акс еще ультанул у нас в БЗЗ. И БЗЗ, самый дорогой персонаж на карте, отправляется еще раз в таверну. Это еще раз килл для мейн-героя. Втроем выходят у нас игроки ВП на топ-лайн. Подняли у нас Эмбер Спирита. Эмбер Спирит в ремнант уходит. Свап от Джотма. Через фисты пытается у нас уйти Эмбер Спирит. У него это получается. Немножко и выйдет, но недалеко ты от Седого уйдешь. Седой моментально вместе с Линой разбирают у нас Эмбер Спирита. Сколько там дамаги влетело, я боюсь даже узнать. В Эмбер Спирита влетело... Да до хрена в него влетело дамаги. Ему точно хватило. Эмбер у нас отправляется на базу. И отомстили игроки команды Virtus.pro за своего кор-героя, который
до сих пор красным пятном здесь на карте отображается. По лайнам как обстоят дела? По лайнам только что, не только что, а в принципе 10 минут назад был снесен барак милишный. Стоит еще рейнджевой барак от команды Game Online. У команды, прошу прощения, у команды Virtus Pro стоят 2 Т2 внизу и на миде. И пока что они будут стоять, никуда не отправляется у нас Game Online. Без Ember Spirit так точно я бы не выходил за реку. Потому что один Ember Spirit возродится, а игроки его будут стоять в таверне. Что по Рошану у нас? По Рошану еще немного до появления. И игроки команды ВП, я думаю, должны об этом знать. В принципе, выход на Рошана и попытка спушить лайны. То, как мне видится дальнейшее развитие этого матча. У Клока уже имеется 2500 на руках, остается всего лишь 500 монет до Аганима. Покупает он Ogre Club. У Седова, в принципе, все хорошо по деньгам. Будет Аганим, будет интересней. Год здесь фармит вообще без проблем. У Года имеется Sight of Vice. Есть у него 1200 на руках. Году можно собирать что угодно. Я бы на месте Года задумался немножко над покупкой БКБ, потому что, конечно, после мы видели, что с ним случилось, после того, как он потерял Аегис. Ну что, готовится заход на хайграунд. Все остальное мы обсудим потом. Более интересных вещей нету. Седой сразу же промазывает хукшотом. Пошла ульта Атакса. Акс привязывает сразу двоих. Ульта аппарата наконец-то становится полезной. Венга у нас умирает. БЗЗ разультился. Минус Кевка уже. Темплар Ассасин тоже у нас битая. Отправляется в таверну. Погибает также у нас Рубик. Год с руки наваливает нереально серьезно. Эмбер Спирит при всех своих артефактах не вывозит Лагуна Блейд. Минус 4 со стороны ВП. Упал Т3. Продолжается погоня за кем там. Кто там у нас сладкая жертва был? Жертва у нас был аппарат. Но это все, в принципе, уже бесполезно все обсуждать, потому что упал Т3. И команда Game Online, в принципе, поняла, что не выстоять им в этом матче. И после мертвого Эмбер Спирита отбиваться стало просто-напросто нечем. Поздравляем Virtus Pro. В принципе, уверенной победой. Там небольшой был прокол, когда в пятером слились. А так, по большому счету, все хорошо. 605 ГПМ у Джаггернаута и 629 ГПМ у Лины. Год on fire. 12-3 счет у него, 12-3-6. Ну, в общем-то, уверенно себя чувствовали все саппорты команды ВП. Witch Doctor 6-1-9. Vengeful Spirit 0-2, но при этом 12 ассистов. А у команды Game Online, видим, ситуация не настолько радужная. 1-4 Ember Spirit, кор-герой. 4-8 Акс, кор-герой. И Templar Assassin 5-7. Еще раз поздравляем ВП с заработанным баллом в этом противостоянии. Ждем следующего матча. Игра уже подключается. Небольшая пауза. И ворвемся сразу на старт пиков. Не переключайтесь.